В поселке Большевик сегодня открывали новую детскую площадку, установленную по губернаторской программе. Большую, современную и безопасную. В этом году в Московской области уже установлено 150 игровых и спортивных комплексов. Со взрослыми и юными жителями Серпуховского района переменам радовались и наши корреспонденты. Сергей Алешин живет в поселке Большевик поблизости от новой спортивной игровой площадки. Вместе с ребятами пришел опробовать качели и тренажеры и решил, что будет ходить сюда регулярно. Все очень нравится. Молодцы те, кто эту площадку построил, потому что она построена для всех. И для взрослых, и для младших, и для средних. Здесь можно делать все, но лучше не ломать, не хулиганить. Алиса намного младше, но тоже довольна новой игровой зоной, которую взрослые построили для ребят. Мне понравилась площадка. Буду играть с мальчиками и девочками. На площадке? Представители госжилинспекции Московской области открыли сегодня две комплексные площадки в Протвино и одну на 420 квадратных метров в Серпуховском районе. Их устанавливали в рамках реализации губернаторской программы. Всего за 5 лет в Московской области построено более 700 площадок. Жители сами проголосовали и выбрали вот этот вот комплекс, который сейчас вы видите перед собой. Рядом, ко всему прочему, запланирован, уже начат капитальный ремонт многоквартирных домов, так что это действительно такой подарок губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, жителям Серпуховского района. Уже подписан контракт на освещение площадки. Кроме того, в рамках программы «Безопасный регион» здесь будет установлена видеокамера постоянного наблюдения, контролируемая полицией, чтобы и дети были в безопасности, и сама площадка не пострадала. Тут вообще же не было ничего, тут все было сломано, а тут вот мы вышли из подъезда, раз, и все, и гуляем. Я даже старшую спокойно сейчас стала отпускать, одну гулять здесь. Я знаю, что она отсюда никуда не денется, потому что все закрыто, все нормально, все. В перспективе в Серпуховском районе в этом году будут устанавливаться и другие детские площадки.